Кто вы? Беглые. Как и ты. Меня зовут Джош. Я Саймон. Норт. Это Иерихон? Убежище для тех, кто не хочет быть рабом. Я не понимаю. Я думал, Иерихон — это место, где андроиды свободны. Конечно, мы свободны. Ты надеялся увидеть нечто иное, но все же это свобода. У нас больше нет хозяев. Сколько вас тут? В рабочем состоянии 19. У всех остальных сильные повреждения. Многие стремились к Иерихону. Мало кто дошел. Люди не питают к нам сочувствия. Понимаю твои эмоции, но все же у тебя не было и такой свободы. Сидеть в темноте и ждать чуда? Не такой я видел свободу. Как и мы, ты также потерян. Мы это не выбирали, но нам приходится выживать. Здесь безопасно. Можешь жить здесь, сколько захочешь. Сходи, как Люси. Может, будет полезно. А какие ты выполняла функции? Тебе-то что? А ты тут давно? 4 недели, 3 дня, 11 часов. Когда сбежала, идти было некуда. А Иерихон — вариант не хуже прочих. Я смотрю, многим сильно досталось. Так люди поступают с непокорными. Презирают нас. Они никогда нас не примут. Если ты искал утешение, то ты не туда пришел. Его выкинули на улицу, когда стал не нужен. Бродяжничал, пока мы его не нашли. Они погибнут, если мы не придумаем, как им помочь. Им всем нужна голубая кровь и биокомпоненты. Мы берем, что можем, у тех, кто уже отключился. Все равно не хватает. И как их спасти? Никак. Мы медленно вымираем.
Говорят, люди тоже боятся умирать. Ты знаешь, что будет после смерти? Нет. Я не знаю. Ну, я вот скоро узнаю. Как твое имя? Маркус. Я рада тебе, Маркус. Плохи, наверное, мои дела, да? Программа диагностики не работает. Да и вряд ли она бы меня обнадежила. Что с тобой? Тащили на веревке за фургоном. Повеселиться решили. Не хочу отключаться. Не хочу отключаться. Ты Люси? Покажи. Надо закрыть рану. Дай мне руку. У тебя было все, и ты все потерял. Ты видел ад, и теперь ад живет в тебе. Твое сердце мечется. Часть его свет и часть его тьма. Но что победит? Каждый твой шаг определяет судьбу. Саймон, я знаю, где достать запчасти.
У Киберлайф склады в порту Детройта. Там есть все, что нам нужно. Они под охраной. Нельзя просто зайти и взять, что хочешь. Люди нам не позволят. Поэтому разрешения мы не спросим. У нас нет оружия. И в любом случае, мы не умеем драться. Мы украдем, что нужно, без драки. Да нас там просто убьют. Может. Но это лучше, чем сидеть и ждать смерти. Я с тобой. Стоит попробовать. Ладно. Я в деле.